Национальным холдингом «Казагро» на весенние полевые уборочные работы было выделены ресурсы в размере 65 миллиардов тенге. Участниками были, соответственно, 2245 сельхозтоваропроизводителей. Проведены работы на общей площади 4 миллиона гектар. Значит, сегодня, в соответствии с проблемами по засухе, «Казагро» принимаются заявки для пролонгации кредитов. На сегодняшний день принято заявок на сумму 1 миллиард 148 миллионов тенге. Национальным холдингом «Казагро» сформирован пресс-релиз, разработаны условия и разосланы по местным исполнительным органам для доведения сельхозтоваропроизводителей. Значит, условия соптимизированы, требования пролонгация на год до 20 ноября, предоставление документов также соптимизированы, значит, заявление о необходимости пролонгации, справка с Центра метеорологии о наступлении неблагоприятных условий, заключение комиссии с приложением акта обследования, письмо намерения банка о пролонгации кредита или письмо намерения СПК о пролонгации кредита. Значит, но возникает вопрос, значит, в соответствии с протокольным решением заседания правительства было рекомендовано Министерству финансов совместно с Министерством сельского хозяйства из «Казагро» рассмотреть вопрос о пролонгации бюджетного кредита национальным холдингом «Казагро». В соответствии с данным решением, значит, национальным холдингом были подготовлены материалы, направленные в Министерство финансов для рассмотрения данного вопроса на заседании межведомственной комиссии. По нашим данным, заседание межведомственной комиссии должно быть проведено сегодня, и, видимо, Булат Бекмечевич хотел этот вопрос поднять. То есть для того, чтобы мы могли пролонгировать кредиты сельхозтоваропроизводителям, нам необходимо продление, пролонгация ресурсов, полученных из республиканского бюджета. Предполагаемая сумма 18 миллиардов тенге. Также дополнительно хотели отметить, что национальный холдинг, дочерняя компания национального холдинга в целом, помимо бюджетных средств, за счет средств, полученных из иных источников, также будет проводить работу по пролонгации. Значит, по данным проектам, по данным вопросам заявка принимается. То есть у нас первый вопрос – это вопрос решения с Министерства финансов, вопрос о пролонгации ресурсов, полученных из республиканского бюджета, для того, чтобы мы могли эффективно пролонгировать ресурсы, выданные на весенние полевые уборочные работы. И второй вопрос, который требует отдельного решения – это вопрос, связан с весенними полевыми работами. То есть, проанализировав ситуацию, которая происходит сейчас, то есть возникает вопрос, что в силу перегруженности по кредитным ресурсам, значит, сельхозтоваропроизводителями, получение гарантий, то есть вопрос весенних полевых работ по привлечению ресурсов требует отдельного вашего поручения Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства и «Казагро». У меня все.